Смотри, обхаживает Тайлака как ребенка. А что ему остается? У него нет другой радости. Намучаешься с ним, музыки. Ты еще не знаешь, какие они, Аруана. Экранизация повести Сатимжана Санбаева «Белая Аруана». Судьба его особо не баловала, да и он не любил людей. Погоди, этот Тайлак доконает нас обоих. Запричитал. И лишь любимая верблюдица олицетворяла для него все светлое и чистое, что ушло из его собственной жизни. Тебя, может быть, подарили мне, чтобы не слышать твоего плача. Никогда мне ничего не дарили, а тут на тебе. Нурмухан Джантурин. Ну-ну. Бикен Римова в кинодраме «Там, где горы белые». Смотрите в субботу вечером.